Так, значит, единичку урон я отличила за молнию. И я использую свою... Хотя нет, пока не буду использовать на два хита свою обилку. Фиг с ним. Это же усталость у меня будет. А тут... Тут основные два хита... Нет, тут и три хита можно отличить. Да, пока не буду. Пока в 10 хитах можно... Да у меня еще пансион есть такой же. Такой же клёво. Ну, в общем, мы походили. Эйтин начинает рычать. Вам не удалось остановить нас. Архун будет разрушен. Архем. Да, Архем будет разрушен. Древний проснется, пух у вас всех победить. У него пена изо рта течет, руки дрожат. Выкинь крестик. Да. Что такое? Да. Я по попросила кому? Выкинуть крестик. По Тарху? И у него вторая атака. По Тарху? Нет, по наоборот, доставшему его этого самого. Маяки. А сколько ты нанесла? Я ничего не нанесла. Как я тебе двухи подключила. Ну. Четыре. Швид. Давай пробрасывай. Пять. Я научилась уворачиваться от его удара. Не уворачиваться, я поняла, что принимать на себя. Надо повыше подбрать, да. Приспособилась к росту. Раз, два, три. Он кричит. Маулер, уходи, я прикрою тебя! И стреляй. Пытается атаковать. Синий желтый. Кого? У кого, кого? Как думаешь? Зомби? Паладина! Что ж зомби никто не трогает? Он не видит! Три ура, все. Один кубик и... Двоечка. Ну, вот сюда, ну теперь можно будет лечиться. Так, держать, мои верные группы! Говно. Все, да? Запах. Время Тарха! Время Тарха пришло! Час собаки я называю. Три! Всего лишь. Один! Понул! Ну и пять. Я потрясу своим шаманским посохом. Шут-вуду сотворю. Два. Подожди. Да. Да, я переброшу этот, вдруг тут будет. Три! Магия действует! Она проковыряла мой доспех! Еще раз! А еще раз! Ну конечно! Да, ну. Один. Один всего лишь, да. Твоя магия не годится ни для чего! Ты должен проверить свою силу. Да. Яд действует в тебе. Так, вначале проверяется атрибут или рефрешится карта? Рефрешится в самом начале. Start of turn рефрешится. At the start of your turn. Так как карта рефрешится at the start of your turn. Не смотри, start of turn. Start of turn abilities, а потом refresh cards. Так что карты пока не отрефрешились. Потому что start of turn где? Вот сейчас. А что раньше? Яд или рефреш, я не знаю. Сначала абилитис идут. А потом. А потом рефреш. Ну я получаю урон. Такая досада. И я стреляю в Этина. Снова. Дважды. Дважды. Попадаю. Единица урона. Я не верю в это. А это амолния что? Амолния что? Плюс один раньше. А, тоже. За молнию ты можешь себе хит вылечить. Да. Как? Или... Не, я далеко очень. Стамину, стамину. Ну, не можно очень, вернуть. На единичку. Да. Три. Это опаснее. А. Но броня моей бабушки защищает. Броня моей бабушки. Следующий, да? Так. Молоток дедушки, броня бабушки. Набедренная накидка Тарха. О, я сделаю из Тарха набедренную. Блин. Еще вот раз. Так вот. Просила крестик. На крестик. На тебе троечку. Со станом. Yes.
Да! Стан! Получил. Чурки довольны! Вот тебе стан. Стоило лишь чуть-чуть наклониться и по голове одной из. Ну что, поиспользуй свою обилку, что ты с тобой? Иди в жопу гупу, я застанет. Считай себе выключен. А как ты это делаешь? Обилка. Обилка у меня. Она как тоже расход, да? Угу. Ну, она вот за единичку этого. Стамин. То есть она не действие, но за стамин. Ну, там надо читать, что с ней написано. Что у нас написано? Флип? Экзост. А что делают с экзостом? Вот так делают с экзостом. Вот так делают с экзостом. Все? Чик-чик. Вот. Да, я два раза побила. А, вы все походили? Да. Да. На самом деле, он дал шанс победить. Мы же не воспользовались. Мы почти победили. Еще говорит, чуть-чуть. Говорит Маурер. Он стан. Снимает стан. Гоблин радостно. Да пошел ты в жопу, тупая скотина, так тебе и надо. Раз. Еще один. Да, я победил. Да что гоблины без него могут сделать? Не знаю. Но сейчас узнаю. Вообще, по-моему, ничего, я бы сказал. В ДНД это 1/3 ЦР, которые даже крестьянина не всегда могут убить. Маулер бьет тебя по голове. Он станет. Но он... Он пытается! Он машет у тебя головой, разворачивается, начинает уходить. Этого достаточно, мои маленькие друзья. Наши сообщения отправлены. Жалкие людишки Архана теперь знают, что нужно бояться сил властелина. Нет. Он не может уйти, мы его сейчас убьем. Эти гоблины исчезают в дикой местности, оставляя вас залечивать раны. Какая досада. Грустно, да? Ну его-то мы все равно сейчас убьем. Какая разница? Нет, конечно, теперь вскрывается как бы условие, то есть для того, чтобы победить, вам надо было убить Этина и не дать гоблинам пробраться. Соответственно, когда пробираются 5 гоблинов, вы считаете, как вы проиграли. Но, к сожалению, это раскрывается уже потом, об этом понятно. Вначале не говорится. Что еще? Если бы сраные гоблины не проскальзывали. Нет, просто да, раз. Как можно не дать пробраться. Убивать их вместо того, чтобы бить эти. Как они будут появляться. Ну просто если бы вначале убили. Я еще раз говорю, если бы вы знали, что не надо пускать гоблинов. Я знала, что не надо отпускать гоблинов. Во-первых, я не знала, сколько их всех, во-вторых, я знала, что не надо отпускать гоблинов. Просто как их не отпустить? Убить? Можем сыграть еще раз. Давайте сразу. Следом там типа после фейла нельзя? Или можно? В смысле? Ну, дальше. Не, можно следующий. Ну. На самом деле, независимо от победы или проигрыша, каждый игрок получает 1 очко опыта. В следующих квестах сторона победителей будет награждаться золотом, очками опыта и, возможно, другими наградами. А, то есть тут это не важно, так что играем в следующий. Ну. Дайте. То есть за 1 очко опыта можно... Единственная дата, ты смотришь именно свой класс. Ну я понял. Вот, и... Спиритспикер это не мой класс. Так. Некромансер вот мой класс. И ты взялся? Да. А у тебя? Дополнительную карточку типа? Да. Если нет, у меня всего... нет, у меня всего 3, давай еще одну. Нет, ты просто смотришь, находишь свой чиф. Корпс Бласт. Там был. Fury of Undeath. Это всего лишь первое, это самое. Exhaust this card. Exhaust это типа повернуть, да? Ага. To activate your reanimator. Still active. Fury of Undeath.
А, дальше пошли уже двоечки. Может, конечно, меня убил, как это зовут? Снипать. Так, Оля, а где правила? Надо посмотреть, в каком состоянии вы идете в следующий акт. Конечно же, возьму Fury of Undeath. Ярость нежити. У тебя получается плюс один хит. И получается, вот эту фигню мы сохраняем. Курону против монстров, если вы их не потратили. Которые тебя не видят на начало твоего хода. То есть, когда ты выскакиваешь из-за угла? Да, то есть с ника именно. То есть, допустим, вот, не знаю, здесь ты гоблин, он тебя на начало хода не видит. Ты выскочил, выстрелил, и плюс один урона по нему. Да, и эту карточку ты можешь экзост, чтобы открыть или закрыть дверь, не используя действия. Тоже хорошо. Да, это клево. Так вот. Так, вот это вот у тебя потрачено, то есть она... Да. Проще. Гриди. Чего? Так. Так, весь урон, который вы получили, у вас остается. Ах. Вы восстанавливаете все фатиги. Все кондишены у вас остаются. То есть я отравлен, да? Да. Черт. Я тебя могу полечить, если что. Зря я убрал ее. Так, героев пока сместите. Карточки, которые вы до этого флипали, угу, вы их можете отфлипнуть. Угу. Вот эту вот, она у тебя вернулась. Да, нет, теперь да. То есть она не сбрасывается, она просто флип переворачивается. Мне два под всего, какое счастье. То есть ты приходишь в город и просто бежишь в таверну. Далей, чувак. Так. Так, извини. А нет, нет, это если бы вы потратили вот эту способность свою, она бы вернулась. Угу. А карточки флипнутые сбрасываются все-таки. Ну логично. I have nothing left to lose yet. There is so все much сброшенные, power ну, раненые в эти самые, ну, вырубленные, те, кто на ногах не стоит, они спокойно встают. Оверлорд сохраняет свои карточки на руках, которые у него были. Все. Сейчас мы досоставляем вот эту вот. Так. 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 Смотри. Редфинд. Какая прелесть. Да уж. На новую миньку в том кикстартере открыли. Ее теперь тоже можно выбрать. Это весело. Будем бегать туда-сюда с этими гоблинами и снопами. Да-да-да. Это, по-моему, единственное, в которое я играла. Гигантская крыса, получается. Первого не играла? С даблблейдом. Вот это вот. Ну, я могу издалека обыскивать. Да, это клево, кстати. Схватил снопы и убежал. У меня будет. Она просто, надо бежать недалеко. Вот гоблинов. Нежить отховать дважды. Так. Надо серч токена сейчас разложить. Так. Один серч токен вот здесь. И оп. И оп. Вы теми же героями будете иметь? Да. Ну да, почему нет? Да. А вдруг вам не понравилось? Нет, ну то, что мы проиграли, нам, конечно, не понравилось. Но герои-то тут при чем? После комментария обычно никто не проигрывает. Да, именно что. Я что-то не то. Тут проиграть расплюнуть, по-моему. Учитывая, что гоблины мимо нас могут проходить, а мы мимо этого не можем. Все. Надо было сразу пару гоблинов убить, и было бы нормально. Так. На всякий случай возьму английский, потому что русский.
Просто лейтенанта били, били, перевод никак над не убили. Мозгов, это круто. А еще я могу вплотную резать гоблинов, которые будут воровать, и они получат дополнительный урон. Mm-hmm. И не убегут они с моим снопом. Зато спамятся они постоянно. Вот-вот. Я поэтому и решила, что в то их задерживать, я помню, что они постоянно спамятся. В прошлом, по-моему, они не постоянно спамятся. Вот я об этом не знала просто. Определенное количество. Так, вот эти вот красные штуки – это снопы пшеницы, которые гоблины должны украсть и утащить в свою пещеру. Да. Дерзкий, сбор снопов. В качестве одного из действий, находящихся рядом со снопом герой или гоблин, может его поднять. Одновременно каждый миниатюрка может нести только один сноп. Вот. Воровство снопов. Если гоблин-лучник, несущий сноп пшеницы, покидает карту через выход, Василин забирает красный жетон объекта себе для подсчета количества украденных снопов. Складирование снопов. В качестве одного из действий, находящихся рядом с уникальными клетками, кристаллами. Ну, это вот эти вот клетки, они типа уникальные. Вот амба. Вроде. Вы можете сами переносить туда в амбар пшеницу, снопы, и тогда их не нужно будет украсть, они просто убираются с карты. В начале каждого хода Вастерин может поставить одного гоблина-лучника. И одного гоблина-лучника в открытую группу. Доклад об осаждающих фермерские угодья гоблинах к северу от Архена приводит вас сюда. И расплата за запах гари в воздухе уже близка. С оружием и изготовку вы несетесь вперед и натыкаетесь на забрызганного кровью человека опять. Одетого в грубую домотканую одежду, он кричит: «Гоблины! Они воруют все, что не прибито гвоздями, и сжигают остальное!» Почему вы не прибьете пшеницу гвоздями? «Они забрали моего брата! Они забрали Фредерика!» Брат не был прибит гвоздями. «Нам лучше спасти как можно больше зерновых, или Архен ждет голодная зима!» Да успокойтесь, он все равно выражет гоблина из предыдущего приключения! «Молчи, глупый жрец, я еще не договорил! Но что могло сделать гоблинов такими ненасытными?» Это возникает у вас в голове. Так, понятно, что гоблины воруют пшеницу. Вот. И а что значит пирс 2? Это типа два дополнительных урона или что? Или два. Пирс 2 это значит, что ты пробиваешь два, броню. Да. Две два класса брони. То есть две защиты не считаются. Да. Да. Если, ну, если у тебя то, что круто. Так, еще ж я не готов. Да. Мне нужна коробка и. У меня же тоже единичка опыта. Это нечестно, вы получаете три карточки, а я. Почему три? Он карточку, ты карточку, ты карточку. Я только... Ну ты мастер, ты победил. А бласт, она типа... Усыпил бдительность и победил. В радиусе атакуют или как? Да. Все соседние клетки, по-моему. То есть... Ну, типа клетка рядом с целью. Я думаю, мастер тоже такой. Ну причем и своих, и чужих. Ну, понятно. О, господи, какие. Какой кастинг. Неплохо. Мастер тоже достал, чувак.
Но у него нету Тарха. И вдовы, да? Не, она вдова, но вдова без Тарха. Корбс Блац. Я замешиваю всего лишь одну новую карточку. Dark Pact. Your Reanimatrix. One additional brown die to its defense pool. Вот это да. Единственное, что ты можешь выбирать способности только уже своего класса. То есть, если ты стал некромантом... Не, я понимаю. На всякий случай. Я просто посмотрел, какие были бы. На всякий случай. А сейчас я смотрю некромантер. Each time you suffer бла-бла-бла, you have been suffer all of... Так, вас трое. Раз. Vampiric Blood. Я так понял, что на самом деле задача мастера в подземелье собирать карточки и потом на пятом или шестом энкаунтере просто заварить всех карточек. Вот, например, тут у него двоечка Vampiric Blood, она просто шикарная. Your animate adds one additional yellow power die to its attack pool. То есть у него будет синий, красный и желтый. Да. Шикарно. Так, я буду использовать вот эту карточку для обозначения такой же группы гоблинов. То есть у меня просто будет две группы гоблинов. Army of Death performed attack with your animate. Так, гоблин. Так, как each monster in your line of sight, ignoring range. Your animate does not need line of sight. За что? Выскакивает. Обалдеть. Два гоблина. Army of Death просто вообще. И затыгивают стрелами сраного фермера. Запечатан. Сдохни, тупорылый! Крестьянин, ты прибил гвоздями своего ребенка, и мы не смогли его украсть. Получается, он начал хода, проверяясь на яд? Бинго! Подожди, а если я первой похожу? Я тебя вылечу. Не избавишь от яда? Он уже схватил эти самые... Ну что, мы договариваемся о порядке хода. Действуй. Так... Ты можешь его вылечить, когда он не на карте? Да. Мы же с ним вместе будем путешествовать. Мой друг, тебе плохо! Находишься ты рядом, если он не на карте. Чуть не сказала, ты ядовит. Я избавлю тебя от этой проблемы. Что за тьма вокруг нас? Не знаю, но я слышал голос какого-то крестьянина. Два хита и снимаю яд. Чудесно. Точно снимаешь? Да. Точно снимаю яд. И ты еще ходишь тогда? Да, я появилась здесь. Так, где ты? Давай. Вот я самый большой и с Мейсой. И раз, два, три, четыре. А, вот так. Окружу. Давай я появлюсь тут. Раз, два. Я думаю, взять сокровище или не брать сокровище? Да не бери, беги к снопам. Снопы благополучия. Подожди, я появляюсь тут. Призываю этого. Миньон. Тарха! Тут. Должок! Вздымаю свой посох, трясу им в сторону гоблина. Давай, у тебя все шансы его. Гоблин пытается уворачиваться. Ух, три урона. Три. Гоблин. Ух ты ж, как же ж ты так же ж, а? Ха! Он мертв. Магия просто. Вуду! Он просто, знаешь, взял такой, у него руки его не слушались. И задушил себя. И пикнул. Ну и ходит Тарх. Он подходит, и я должен выполнить свой долг. Смерть зеленым человечком. Смерть зеленой живности. Бля, он промазал. Жал. Он промазал. Хорошо. Я должна была его бить тоже, ну ладно. Ты же его полечила. Да. Это не занимает действия. Так ты можешь ударить, ладно. Да. Правда, он уже начал ходить. Ну пусть он его убьет, я не против. Так промазал. Да.
А там... Крестик выпал. Я хожу. Раз, два, три, четыре. Я еще с никуда по нему бью, потому что только появился. Да, давай бей. А если ты уже не добьешь, я тогда свою использую. Нет, на самом деле ты не только появился. Ты появился вот здесь. Ну. Да, и прошелся. Я прошелся. Он тебя видит. Так это... На начало моего хода я делаю снику. Ну хорошо, ладно. Детский сад. Вы любите делать монстров, я не знаю. Четыре урона он получает. Кидай кубик защиты. Бедный, бедный гоблин. Четыре урона. А, ну, в общем, и ничего, что я пропустил свое действие. Да? Все? Оверлорд. Сейчас тело мало. Игра проиграна. Так, что у нас есть? Миньон же может хватать снапы, да? Что? Миньон может хватать снапы? Не уверен. Ну, если очень захотите. Вот про это тоже не знаю. Все, что мы знаем, что они крадут все, что не прибито. Раз, два, три, четыре, пять. А раз они крадут все, что не прибито, нужно найти все, что не прибито, и прибить. Да. Два, три, четыре, пять. Прибьем снапы к земле? Да. Давай гоблинов лучше прибьем к земле. Раз, два, четыре, пять. У меня оно хорошо получается. Нет, даже вот, вот так вот. Залез на повозку и танцую там. Все? А, в начале хода я могу поставить... Угу. Гоблина. Сюда гоблина. Сюда гоблина. Он хочет нас замедлить. Идите вперед, я задержу его. Нет, Тарх его задержит. Ими же я могу действовать. Так. Мне надо желтенький и синенький кубик. И в кого ты палишь? В кого ты палишь? Он имеет значение. В кого? Я разрешаю вам решить самим. Давайте в Тарха. Паладина. Ты сожрал моего друга, подлый! Подлый андит! Почему не попал? Он не попал. Тарх промахнулся. Ты пытался сожрать моего друга и не сожрал его! На тебе 3 единицы урона. Он их получает. А он жив. А у него нет защиты? А у него нет защиты. Пока нет, нет, 3, 4. Какие 4? А, 4. Тогда, тогда он не жив, да? Я убил Тарха! Сейчас он вернется. Я обосрусь после этого, но ничего страшного. И раз, два, три, четыре, пять. Леточку я взял, вошел. Хорошо, давайте я похожу первым. Первый будет. Раз, два, три, четыре. И я палю в гоблина. Сника. Да, рефреш-карт есть. Достаю 4 урона по гоблину. Обыкновенному. Хотя нет. Сколько? Раз, два, три, четыре. Да вот, я стреляю по этому лидеру сквада. 3. Вот так вот. Живой или умер? Живой! Почти. Твоё на эту кладь. Давай. Так, все у меня. Давай я похожу. Давай. Давай. Вызываешь. Так. Вызывай Тарха! Тарх, приди! Это вот это сразу. А, ну, да, тапнул уже сразу. А, вот тебе еще одно. Ты скоро устанешь! Нет, мне не стайно! Тарх скоро устанет! Так, я... Вот печально, что он не может сначала атаковать, а потом... А я потом могу уже решить, видишь? Вот в этом фишка. Ты иди, а потом Тарх подерется. Ну, давай сделаем так. Не, смотри. Просто, если он не попадет, я бы выстрелил. А так мне придется... Понимаешь, он как бы не считается игроком. Поэтому я думаю, что вполне. То есть, да, твоя просто. Способность. Да, вот тогда он сначала... То есть, он считает карточка твоя. То есть, ты им атакуешь, типа. Ну, в общем, да. То есть, ты его, типа, юзаешь. Да, он атакует. Он твое оружие. Да ё-моё! Ну, тогда я атакую. Во всем соглашайся с игроками. Вы идите, а я задержу. Ты не так китаешь. Я задержу их. А, ничего. Точно. 6. То есть, вот так вот, да? 2.